Руки поднимай, без оружия! Без оружия вышел! Без оружия! Даже перочинного ножа нету! Нормально! Без оружия, без оружия! Нет ножа! Нормально! Булыжник! Нет, булыжник, ничего себе. Нет. Ну кто решится подписаться по девизам «Стратегия 31»? Кого пиштали тогда? А зачем вы подписываетесь? Не надо подписываться, конечно. Зачем? Для истории, голубчик. А, для истории. Чтобы твои внуки узнали, что мы знали об этом. О чем? А то вы же будете... О чем? Что 31 статью заблокировали. Основную статью. Не сегодня, а еще 4 года назад. Федеральным законом номер 54. Ласково, ласково, ласково. Потом пошло, поехало. Целый букет законов от несов. О чем я
скажите, почему вы сегодня с двумя красными гвоздиками хороните кого-то? Нет, просто память о Долматове, о погибшем в Голландии. Понятно. Человек, сторонник Лимонова, да, который погиб там, да? Ну, симпатизирую его. Есть. Понятно, спасибо. Вы гарантируете мне свободу мысли и слова? Гарантируете? Постоянно на месте, если вы проводите, точно. Одиночный пикет стоит на месте, как стоп стоит. Одиночный пикет один стоит и ходит, понимаете? Я когда в одиночку прохаживаю. Не дать что одиночку, я не уклянусь, как стоит. У вас тоже книга, да? Что там за книжка? Это мне тоже тот самый человек выдал, Таня революционерка. Я, конечно, не Таня. Можно помедленнее, не торопитесь. Таня революционерка. Это сейчас актуальная литература, да? Запрещенная литература. Запрещенная. А почему Таня запрещена? А хрен ее знает. Но походу скоро будет. Вот так. Таня революционерка. Совершенно запрещенная. Я вижу, у вас Емельян Пугачев. Хорошо. Актуальная литература, да? Ну, на имя автора обратите внимание. Да, Лимонов. Это посвящение. А, понятно.